не могло мое путешествие по магазину не закончиться, как садовый Икея. Каждый раз что-то новое нахожу. Вот, кстати, свет я вообще не видела. 85 фунтов. Я там смотрю за 1500 свет, а тут вон за 85 фунтов. И, кстати, интересно смотрится. Вот эта зона мне очень нравится, но это маловат для нас стол. Нам нужен больше. Это какой стол? Это он сейчас 180. Нам надо 240. Хотя 108, в принципе, 220 может быть даже. Но он еще и узкий. С креслами кожаными очень красиво смотрится. Ну, сейчас все по 10-му разу. А, вот эти я хотела посидеть на них, потому что, скорее всего, мы их будем брать. Барные стулья. И вот этот диван заново хотела пересмотреть. Я нашла другой. Такого же типа. Дизайнерский диван. Но он мне нравится меньше. Потому что вот этот очень удобный. Он мне понравился в тот раз, потому что он очень удобно на нем сидеть. Кстати, тут он приличнее выглядит, но он на видео хуже, чем в жизни. Вот сейчас он не вызывает такого бомжатского впечатления. Хотя все равно, конечно, подушки эти мнутся. Из плюсов я нашла на Итси, ну, такой сервис есть, где они шьют чехлы на вот эти диваны. Но там, конечно, чехлы, получается, у меня фунтов 600 выйдут. Ну, короче, как диван. Но это можно будет потом менять. Мне очень нравится, что здесь снимаются чехлы. И они как бы стираются. Все части этого дивана можно стирать. Учитывая детей и собаку, это очень как бы необходимо. И он бы был у нас вот... То есть два вот таких, плюс еще угол. Вот этот выглядит как бы... Ну, как будто бы качественнее, да? У них один, по-моему, price range, то есть они одинаково стоят. Но он не такой глубокий. Тот вот прям кайф, он супер удобный. Этот не такой удобный. Но сейчас, кстати, его попами промяли. В тот раз он, видимо, новый был, жесткий. И он довольно комфортный, но нету такого ощущения, что прям развалится. Это вот он же, но он не модульный, это уже минус больше. А, нет, это не он же, другие тут подлокотники. Ну, похож. А, да, и низ совсем другой. Да, извиняюсь, я перепутала. Но вот тот диван есть вот с такой же фиговиной. Но они маленькие. Для нас это даже короче, чем диван, который у нас сейчас зеленый. Поэтому, скорее всего, да и, в принципе, самый современный такой вот дизайн, который, ну, максимально сейчас, ну, я хотела сказать трендовый, но для меня не важно, что он трендовый, важно, что это именно в том стиле, который мне нравится. То есть то, что я хочу, мне нравится. Да, он такой весь мятенький, но, в принципе, вот сюда можно подложить там слой материала, он не будет мяться. Но он, конечно, кайф. То есть вот я сижу, и у меня колени даже, вот мне надо поднимать ноги, потому что заходят они сюда. И ткани. Вот эта серая, кстати, очень классная, но нам не нужна такая, нам нужна светлая. Скорее всего, это будет вот это. Я бы взяла вот в этом цвете, но он, по-моему, в этом цвете можно только длинный чехол. Вот этот красиво смотрится, но к нам не подходит. То есть я бы взяла самый светлый вариант, потому что на сайте у них чехлы вот в этом цвете, они у них... не вот такие вот короткие, где базу видно снизу, а они вот так вот закрывают все. Это мне не нравится, это мне нафиг не надо. То есть мне нужна вот модель, как вот эта. Ну да, наверное, с диваном я определилась. Мы будем брать вот такой потом. Когда въедем, я сразу же его закажу. Другой еще мне нравился, но он более дубовый, его невозможно протестировать, а протестировать важно. То есть чтобы на этом вот прям кайф. Потому что другой похож на тот первый, который сейчас я вам показывала до этого дивана. И там, там не так удобно сидеть будет 100%. А я хочу развалиться, балдеть. Да, вот сейчас я спрошу, если вот этот цвет можно сделать? Это был прям вообще идеально, очень красивый цвет. Но вот этот, конечно, более износостойкий был. Этот в жизни тоже красивый. У них на сайте он не красивый, темный. В жизни он довольно симпатичный. То, что тут, видите, двух цветов идет плетение. Трех даже, но нижний материал и двух цветов плетения. Извиняюсь за шум. Тут рабочие переоборудуют все. В общем, узнала. Вот этот есть, а другой только длинный до пола идет. Чехол такой я не хочу. В принципе, этот цвет нам подходит. Красиво будет очень. А вот этот дисплейный вариант 40% off продают вон за 370. По идее, можно его купить, сделать на него новые чехлы, купить. Они отдельно все продаются. Ну, хотя, наверное, если набрать чехлы на все вот эти позиции, то будет не сильно дешевле. Потому что мне-то другой цвет нужен.
А так, да, выгодное предложение. Друзья мои, это не зря я заехала. Я думала, вот эти Беста только открывные, как вот под полки под телевизор. Короче, я уже решила, вот это мы возьмем в спальню. Будет на всю стену 4 метра, то есть это будет 3 вот таких полки. Ну они тут все по отдельности. Здесь, скорее всего, я сделаю ворктоп, то есть сверху будет общая плита такая. Отдельно я ее закажу, сделаю. Или сама сделаю из мебельного щита. И вот это у нас будет как комоды. То есть тут открываются и верхние ящики. Мне очень нравится, вот как сделано качественно вот это вот. Как это? Ну, это винир на английском. Ну, шпон, в общем. Очень красиво выглядит. И как раз в стиле, как я хочу. И все для ящиков. Но единственное, вот это не очень удобно для одежды. У нас в нашей спальне не будет шкафов. У нас будет вот такая длиннющая колбаса вот на всю стену, от стены до стены, вот эти. Они, во-первых, уже, они не сидят так в пространстве. Это будет роль комода. Они будут низкие, стоять на земле. Прям вот совсем на земле. И сверху будет такая общая плита, стоять телевизор большой. Пока мы не купим новый телевизор нам в зал, у нас будет здесь просто от проектора экран стоять прям сверху. Декор всякие, большие вазы и так далее. Ну, будет, в общем, конфетка. Кровать я всячески хотела менять. Ой, ну вот это прям хорошо. А то я думала, мне придется страшные белые брать. А еще был у меня вариант комоды. Их малым классические белые, либо под дерево. Но они не очень качественно выглядят. И уже так надоели эти малые. И был вариант еще одни. У них есть как раз вот такой высоты. Потому что вот эта высота мне лучше. Малым они слишком высокие, то есть для того, чтобы низкой полкой смотреться. А это нам подходит. То есть вот сюда какие-то мелкие вещи, а сюда более там крупные вещи, потому что у нас будет отдельно еще гардеробная. Супер-супер. И они такие с этим тач-открытием, просто супер. Будет смотреться идеально. Их можно набрать, вот они по отдельности вешаются. Так, а здесь вот другой вариант у нас. Очень красивая текстура дерева вот здесь идет. Он здесь стоит на ножках. Мне ножки, по идее, не нужны. Хотя будут ли открываться ящики, если не будет ножек. Но если что, можно базу деревянную сделать. И с деревянным топом вот здесь. То есть это те же самые шкафы с другими крышками. Нет, но те, конечно, лучше деревянные смотрятся. Но на деревянный нужен белый топ. Я, может быть, закажу вот такой мебельный щит, покрашу его, и будет белый. Либо столешницу закажу какую-нибудь недорогую. Ну, в кухнях, которые продаются. То есть вот они... Я вообще этого раньше не видела 2 недели назад. Может, это новые у них какие-то коллекции появились. Именно вот эта модель с ящиками. Потому что мне в идеале как раз нужна вот тумба для телека, которая узкая, которая не съедает пространство. При этом за счет того, что она будет вот длиной вот отсюда до сюда... одной линией. Во-первых, это будет совершенно по-другому смотреться. И там получается, сколько ящиков немерено. Это будет полноценная как бы гардеробная зона, которая вещи лежат в ящиках. У нас сейчас, кстати, почти все в ящиках. А то, что на вешалках, будет в другой комнате. И еще будут комоды в другой комнате. То есть там пижамы, носки, какие-то футболки, вот это вот все, джинсы будут как раз здесь. Единственное, в ящиках, конечно, таких глубоких, конечно, не очень удобно будет это хранить. Но он, так как бы другая гардеробная, мы можем здесь, например, в верхний ряд хранить одежду. Тоже дофига вот на такой длине поместится. А в нижних какие-то другие вещи хранить, которых у нас наверняка будет дофига хранить. А какая-то одежда, например, которую мы не носим сейчас в этот сезон, либо очень редко носим. Ну и, собственно, второй вариант нам в спальню вдоль всей линии. Это намного удобнее. Ну, то есть тут хорошие, удобные очень ящики все, специально для одежды, собственно, сделанные. Ну, конечно, она уже так достала этот малым уже. Но у нас будет либо в белом, либо в деревянном цвете, был бы. В принципе, высота не такая высокая, нормально сверху будет телек стоять. Но если было бы 2 ящика, было бы, конечно, лучше для нас. Это было бы вот прям то, что я хочу, заниженный вот этот уровень. Хотя для спины, конечно, хуже, но ничего, мы еще уж вещички как-нибудь достанем. И также вот вдоль стены оно было бы. Но еще пока буду решать. В жизни эта кровать намного лучше, чем на фото выглядит. В принципе, она нам подошла бы, наверное, идеально под ту задумку, которая у меня сейчас есть. Такой джапанди. Это, ну, если вы не знаете, это
смесь скандинавского и японского стилей. То есть это заниженная мебель, как правило, и она в таких натуральных, то есть там натуральные поверхности, дерево, много белого. Также могут быть и черные, кстати, цвета, контрасты. Это такие льняные поверхности, цементные поверхности. Ну, в общем, отгуглите просто Pinterest, наберите Japan, и вы поймете, о чем я говорю. И, в принципе, вот эта простая форма, и у них есть большой очень размер, что я хочу, потому что наша кровать мне маловато. Но у нас дорогая кровать была, но она, не знаю, не нравится она мне. И мне сложно ее как-то в интерьер вписать. Может быть, мы ее как раз оставим для гостевой комнаты. Себе вот такое простое, светлое я хочу в комнате. То есть напротив был бы вот этот низкий шкаф. Здесь это очень легко декорировать. Единственное, я бы не брала цвет в цвет. То есть если бы я взяла малую кровать, то я бы взяла белые шкафы и сверху деревянную столешницу сделала бы. Ну, я имею в виду комод белый. Вот тот, который напротив. То есть у нас будет вот так кровать. И вот здесь стена, и вдоль стены вот эти комоды, о которых я вам говорила. Тогда они были бы белыми. Идеально, конечно. Вот два ящика было, ну вот три ящика, которые белые. И сверху вот такого цвета деревянная столешница была бы. И тогда, в принципе, по функционалу было бы классно. И белые, они такие органичные, довольно-таки выглядят органично. И да, тогда бы у нас все как бы связалось. Тумбочки, конечно, вот эти бы не были, потому что именно тумбочки, мне не нравится, как выглядят с этой кроватью. То есть тумбочки должны быть совершенно другие, они более изящные были бы, тоже, возможно, с деревянными ножками. Подумаю, будут ли черные акценты, либо будет такая мягкая по цветам спальня. То есть вот одни кубы точно не будут, то есть разные формы будут, и тогда эта кровать заиграет. Лет 15 назад у нас в Оксфорде была эта кровать в черном цвете. Черный цвет мебели – это самый адский ад. Вот грязнее ничего не выглядит никогда. Но кроватью мы были очень даже довольны. Удобные вот эти сбоку мне нравятся, как сделаны вот эти боковые. Ну, в общем, я понимаю, что многим, вот как и мне, этот маун достал, и он кажется некрасивым и грубым. Но надо все видеть в конце. То есть вот с той картинки, которая у меня сейчас в голове, это будет супер. А вот эти на втором месте у меня сейчас белые с деревянной столешницей. А даже, кстати, может быть, я не столешницу куплю, а я просто куплю шпон и обтяну их сверху. Шпон отдельно из натурального дуба. У них очень хорошо, что можно есть более узкие, то есть можно широкие-широкие и узкую. И как раз у нас тогда почти все. То есть у нас вот такие зазоры у стены останутся. Это намного практичнее и удобнее, чем первый вариант, красивый, с деревянными этими панелями. То есть тут, например, носочки, больше функционала. Но тут вообще немерено вещей влезет. Все детские бы влезли. И дешевле в разы. То есть вот этот 99 огромный комод стоит, а там 1500 вы видели, да, узенький. Поэтому я еще буду думать. Но они высоковаты. То есть если было бы два ящика, я вообще бы не раздумывала, взяла бы мало, потому что он очень красивый, стильно бы смотрелся, с деревянным верхом. А если брать деревянный вот такой, то можно взять из белого мрамора столешницу. Но только низкий, три ящика. А если вот такой брать сверху из белого мрамора, если общую столешницу сделать, будет вообще красота. Вот эти вот наверху стоят. Может быть, и деревянные взять. Но деревянные надо из мрамора столешниц. Ну, можно временно взять просто белую, дешевую, а потом уже поменять на мраморную, если все понравится. И также вот можно их соединять вот разного размера, и есть они вот такие же узкие. И, в принципе, тоже красиво было бы. Но они высоковаты все-таки. Все-таки высоковаты. Я хочу, чтобы они были на уровне кровати. И телек сверху, удобно смотреть. Но это будет завышенный телек, и оно будет уже громоздко смотреться. А когда заниженный, будет легкое такое ощущение и воздушное, как будто в комнате вообще их нету. Тут, оказывается, такой интересный свет в них есть. И очень-очень дешево. Но эти, конечно, такие грубоватые. Вот это симпатичное. Если перекрасить в черный раму, либо в такое потертое бронзу. Вот это для маленьких совсем. Вот это интересный свет. Мне понравился вот этот свет пока больше всех. Он нам не факт, что куда-то подойдет, но он очень интересно выглядит. И он такой вот современный, без всякой ерунды. И 3 копейки, 99 фунтов вообще. Вот эти, вот такие штуки нам в коридор будут нужны, но эта форма нам не подходит. Нам нужна круглая, без всяких. Я вообще склоняюсь, я в зале хотела делать такую огромную люстру,
думаю, все равно зал будем потом весь сносить, переделать. Я думаю, сделать там лучше такой трекинг лайт. То есть, как это сказать? Ну, такая палка с софитами. А вот в коридор нам вот что-то типа вот этого надо. Три. Но это не совсем то. То есть, она должна быть шире и без вот этой дуги сверху. Это нам форма не подходит. То есть, из этих всех вот это скорее нам подойдет по форме. Так. Вот этот я еще в тот раз вам показывала свет. Сейчас покажу. Вот этот. Но, наверное, он нам никуда не пойдет, потому что нам нужен основной свет вместо люстры, чтобы он был светлый. Вот это, кстати, интересная на самом деле штука. Я мало где ее видела. И вот этот уровень нижнего света можно регулировать. В принципе, прикольно выглядит. То есть его можно выше, можно ниже. Такой простые чистые линии. Очень он мне приглянулся, но надо придумать, куда. Я еще из этой серии Vestel, но там такие прямые палки. Vestel я вообще очень люблю. У них классные вещи, которые не у всех. И вот там палки тоже есть. Но там золотые палки остались. Такие, знаете, как такие палочки крест-накрест. А мне нужна черная. Именно вот палка золотая база мне вот для такого света нужна. А в каминной, где у нас зал. Кстати говоря, вот этот стол не особо-то отличается. Он от дерева абсолютно того же цвета. И даже более удобная форма от того, который я сейчас в HomeSense видела, который мне понравился. И насколько я понимаю, его еще можно сложить будет. Так что HomeSense-овский стол с тем набором отпадает. И кресло тут намного лучше и удобнее, чем там стулья. Хотя я бы вообще другие кресла делала. Я бы стол такой взяла бы. Верх оставила дерево, низ вот эту вот раму сделала бы темно-серой. А посередину поставила бы такой огонь длинный. И вместо кресел этих, кресла, если бы я эти оставила, я бы раму покрасила в серый и спинку оставила бы деревянной. Ну, не знаю, это еще варьируется. Но я хочу вот такого цвета кресла, такие мягкие, чтобы были. Ну, в общем, чтобы они были какой-то формы, не вот эти квадраты. Квадраты вот с этим, квадрат с квадратом очень нехорошо смотрятся. Ну, на мой вкус, во всяком случае. Кстати, шезлонги тоже ничего такие, все сочеталось бы. Шезлонги мы будем потом покупать по-другому. И поэтому тот стол отпал точно. Единственное, этот узковат все-таки. Он по длине отличный, но он узковат. То есть, если здесь комфортно сидеть, и я хотела бы сделать огонь, посередине огонь будет, ну, вот такой ширины минимум. Это получается вот столько остается для еды. Ну, в принципе, возможно будет кушать, но не очень. Не так будет круто смотреться, как мне хотелось бы. Вот тот стол шире, это его преимущество. Но не тема, не повод переплачивать столько. Вот он лучше всего, вот именно черные столы смотрятся вот с этим камином посередине, который отдельно можно купить. Но хуже черного стола в плане ухода за ним ничего не может быть. Но он у меня на заметке, вот этот стол. У него огромный размер, 240 он, по-моему. Да, 224. Ну, в принципе, для сада нам не нужен такой большой. Мы можем даже его вот так вот обрезать. И после 200 тоже нам хорошо. 2 метра, больше 2 метров нам не надо на террасе стул. И если скатерть на него кинуть, вообще красота. Но я не хочу скатерть. Я хочу, чтобы стол мне сам по себе нравился. И с огнем никакой скатерти я не хочу. Быстро тряпочкой протер и все. В принципе, учитывая, что у нас там сверху крыша, то он был... Ну вот смотрите, вот я в жизни смотрю на него, он чистый. А вот здесь на камере как будто на нем пыль, какие-то вот отпечатки. А в работе он будет еще хуже. У этого кокоса очень красивые листья, крупные и не изъезженные тоже. Вот монстеру мы по-любому потом возьмем. Все 12 фунтов стоит. Но он только для дома. Лимоны у них вообще все загнулись, бедные. Вот монстеру мы бы взяли. И вот этот кокосик у них красивый, в принципе. Банановую пальму, я думаю, большую взять. Это, я думала, туя, но я так понимаю, это не туя, это какое-то другое растение. И оно до 0 градусов только. Это не подходит. Я для улицы туи буду брать, потому что они должны у меня быть на улице круглый год, без всякого геморроя. О, банановые пальмы, вот и они.
очень дешевые тут монстеры. Вообще растения очень дешевые. Но многие говорят, что они быстро дохнут. У меня дохнет все, поэтому у меня не с чем сравнить. Потому что мы в очень темном доме живем. Так, бананы. Бананы. Я так понимаю, 55 фунтов. Вот такая пальма. Но, в принципе, такой хватит для дома. Ну, тут какие-то уже загибаются, конечно. Вот это довольно симпатичная. Но тоже ее уже все поломали. Тут, конечно, надо выбирать, что еще не успели измучить. Я бы, наверное, побольше даже банан взяла бы. Но он быстро растет. Это надо смотреть какой-то... Хотя вот этот, вот, наверное, нормальный все-таки вариант. Если учесть еще большой горшок, и что ее поднять можно вверх. Это красиво. Бананы очень люблю. Я их листья. Мы потом в саду будем и бананы сажать, и тропическую делать зону. А пальмы, бананы, вот там будут на улице в том числе у нас расти. Но сейчас я смотрю для дома. Эти, конечно, привыкли дома быть. В принципе, там довольно светло, но не супер светло вот на кухне. То есть там светло, но не прям вот как, знаете, когда стеклянный потолок. У нас есть место, где лестница. И там вот супер светло, там сверху свет, там очень светло. Но там просто может быть не быть места для этой красоты. Я бы хотела воткнуть куда-нибудь зеленое пятно там, но будем смотреть. А тоже когда приеду, осядемся, начну ремонт, будет все видно. Друзья, короче, я, живя и ходя в эту Икею постоянно, только сегодня узнала, что, оказывается, тут есть уцененный отдел, где уцененная мебель. Вот это вообще просто нулевый стул, ни одного пятна. Это там вот расчесано на другую сторону, ни одной царапины. Его уценили в два раза. Он был 100, стал 100. Был 200, стал 100. А я как раз это кресло смотрела. У нас такая же, получается, отделка будет. И вон то офигенное серое кресло. Тоже нулевое. Посмотрите, нету затертостей никаких. То есть просто новое. Непонятно, почему его оценили. Да, со всех сторон оно новое. Было 229, стало 147. И вот эти диваны. То есть не то, что как все какое-то убитое. Вот тот диван, который был, который я буду покупать вот в темном цвете, он был уже подубитый такой. А это все вообще новье. Вон полка тоже. Это надо сюда заглядывать будет. Вот это тоже красивое креслице. Так подушка как будто исчезла куда-то. И диваны всякие. Вот какой-нибудь диван, кровать бы нам в гостевую. А это просто софа. Просто софа. Так, и стол. Мой стол здесь, который я хочу купить. Мой стол здесь. Так, так, так. Это стол, который я собираюсь покупать. Был 450, стал 300. Ну, елки-палки, что сегодня за день такой? Я нахожу все, что мне надо, но я при этом ничего не могу купить, потому что мне некуда это все ставить. Ой, ладно. И на самом деле многие тоже удивляются, что у нас еще дома нету, еще может все сорваться. Это, кстати, стулья очень симпатичные, они вот к этому столу, по столу подходят, и даже для улицы. Кстати, я не видела у них коллекции. Был 80, стал 55. И он такой комфортненький. Вот это снимается, насколько я понимаю. Так вот, кто-то удивляется, что еще дома нет, еще может все сорваться. Я же все придумала. Но я скажу так, что я это все смотрела еще, когда мы на другой дом делали офер и покупали другой дом, которым у нас не сложилось. И, в принципе, все, что я смотрела, мне пригодилось. Потому что вкусы мои не меняются. Интерьер плюс-минус будет похож. Конечно, я очень сильно отталкиваюсь от того, какой у нас будет дом, какая будет конструкция у него, и чтобы это все сочеталось с самим зданием. Но большинство того, что я смотрю, оно подойдет любой дом, который мы будем покупать. Но если у нас не сложится, не дай бог, то, ну, всякое будет. Вообще мало вероятность, что у нас может что-то пока не сложиться. Фу-фу-фу, господи, я говорю, точно сглажу. Я все время все сглажу. Но она есть. То есть может все у нас... В последнюю секунду, даже когда уже мы деньги переведем, сорваться. Поэтому загадывать здесь очень сложно. Со своей стороны мы пока все сделали. То есть и ипотеку, и все остальное. То есть тут уже, если какие-то косяки у продавца будут, либо у того, у кого они покупают. Вот это в детскую, я думала, комод. 180 был 265. Злой вот он подошел бы. У меня из этой же серии кровать, раскладной диван будет. Которая дневная кровать, раскладная.
вот это Зои, и он, скорее всего, ей встанет там широкую нишу. Какой он тут длины, это надо будет смотреть длину. Он бы ей подошел, потому что детям пока шкафы нафиг не нужны. Я у них комоды хочу оставить. Так что вот так. Я люблю все заранее рассчитывать. Мне надо рассчитать бюджет заранее, чтобы потом я уже знала, что конкретно на свои 3 копейки. А у меня будет 3 копейки, потому что ремонт мы никакой делать не будем сразу. То есть там буду только я своими руками что-то красить, что-то делать по мелочи. И как-то это все декорировать. А ремонт будет через пару лет у нас. Может, через год. Но либо постепенно будем делать, но в ближайший год серьезного ремонта никакого не будет. И стены тоже я только покрашу. Мы не будем ни штукатурить там, ни выравнивать, ничего. Поэтому мне надо рассчитать заранее, на что свои 3 копейки я могу потратить максимально эффективно. А, вот еще здесь, еще вот эти диваны. Еще много всяких диванов. Я там не стала снимать, потому что я не хочу смущать людей. Вообще в отличном нулевом состоянии кресло. Класс. Почему я не знала об этом? Вот это, кстати, нам в гостевую комнату. Вот таких 2 дивана поставить в каминную комнату. И просто супер будет. Вот, 399. Но нам нужен все-таки раскладной диван. Все, кроме зала, будут раскладные диваны. Потому что есть постоянно куча гостей, родственников дома. Вон тот кожаный мне нравится. Так что вот так. В общем, я должна прикинуть, на что. У меня все равно будут какие-то компромиссы. Я хочу потратить там на пол, как я уже говорила, бешеные деньги. Ну, не бешеные, а свои 3 копейки. В смысле, все, что у меня сейчас будет, исходя из его цены. Либо я хочу этого не делать, и я просто куплю мебель нам. Какую-то в зал, какую-то мелочь и так далее.